я все равно в числе оказался. Прекрасная Елена! Да, прекрасная Елена! Дочка Леды! До тысячи вздыхателей имела. Подожди, вздыхатели! Вот таких Бьянки. Может быть и больше? На одного! Вот я и стану им, будь сам приз соперника моим! Сеньор, прошу вас, не возбуждайте. Что, могу сказать вам в утешение, что отец меньшую дочь упрятал и не выдаст замуж ни за одного покойника, ну, я извиняюсь, поклонника. А куда он для старших мужа не найдет.